В воскресенье 21 апреля поздравление с днем рождения принимал глава Чувашской митрополии, митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава. Митрополит Варнава в миру Владимир Викторович Кедров родился в Рязанской области в семье потомственных священнослужителей. При его активном участии в Чувашской митрополии восстановлены 7 монастырей. Чебоксарское духовное училище, открыты более 200 приходов. По благословению митрополита в епархии создан православный миссионерский центр. Открыты дома милосердия для престарелых и обездоленных прихожан. В этом году день рождения митрополита совпал с вербным воскресеньем. Ему исполнилось 88 лет. Самыми первыми его поздравили воспитанники детского сада номер 174. В этом детском саду занимаются православным воспитанием. В рамках образовательной программы «Социокультурные истоки» ребята изучают историю и основы христианской религии. Дети пожелали митрополиту долгих лет жизни.